Ми сьогодні празднуємо російське Рождество. От літочка у нас і старий Новий год по совмістительству. От ця ялка, от вона на дитя маленька з другої сторони. Одна, одна, раз, два, три з половиною навіть на метр. Вікторія, скільки ялочка висота? 12 фіт. 4, почти 4 метра высотой. Чтобы никто не взял. Вот, вот такая красота. Вот чтобы ее собрать, надо вот целый день потратить. Еще вот это вот украшение. Великолепная у нас такая красота. Сейчас я буду потом со всеми здороваться. А сейчас пока пойду покажу вот этот шикарный стул. Они каждый раз нам делают в разном цвете. И сегодня у нас вот такой вот шикарный стол. Ой, вот я уголочек. Чтобы попасть, наверное, мы пойдем посмотрим. Вот здесь открыточки немножечко, раз уж у нас новогоднее все. Вот здесь у нас новогодние поздравительные открытки, которые они наполучали на этот праздник. Вот такие у нас тут маленькие домики тоже стоят. Украшений очень много к Рождеству, но я постараюсь так показать, чтобы у нас более-менее все получилось. На улице зима. Вот еще один столик накрыли, потому что в прошлом году у нас не вошли все гости за тот стол, и наши пенсионеры вот здесь вот сидели, было тут очень даже хорошо. Так, а мы дальше смотрим наши украшения. Вот здесь вот они сделали. Вот так вот перед вами портретики натянули украшения. Так, вот тут. Ой, это роза у нас такая есть. Вот так. Вот эту вот прелесть. Вот эту прелесть. Вернусь, я сегодня сделала. Мы ее везли к нашей машине. Вот сама сделала веточки настоящие, ягодки искусственные, свечечки. И тут мы нашли тут подарки, пришли еще, мы все разложили под елочку. А тут вот кто-то тоже сделал. У нас девчонки такие рукодельницы. Я думаю, что это Ритуля могла сделать. Она такая очень творческая у нас личность. Так, мы пошли. А у нас вот эта елочка зажигается. Да, 5 часов сама. 5 часов сама зажжется. Придется тогда мне еще раз сюда приходить, потому что сейчас еще не все не горит, а ну, оказывается, по расписанию все. Ой, вот это какая прелесть. Ой, вот это красота. Ну, эти елочки мы тоже потанцуем. Она смотрится до потолка, но она у нас только 2 метра с небольшим. И тут мне темно, но потом она загорит, я еще один разочек сюда приду. Сейчас мы с другой стороны к этому красивому столу. Сегодня необычайно хорош. Он всегда хорош, но сегодня необычайно хорош. Я хочу здесь вот показать еще. Это у тебя. Вот здесь у нас такое украшение. Это статуя всегда здесь, а елочки поставили. И вокруг вот наших пирог. Тоже такое украшение, все будет сверкать, потом зажжется. Сейчас я хочу сверху пройти и сверху все показать, как у нас это все замечательно. Ой, тут тоже елка. Хорошо, что я сюда пришла, могла бы все проследить. Вот еще у нас елочка, вот олежки наши стоят. Маленькая такая смотрится елочка. Зато здесь у нас вот такая люстра. Вот тут должен быть центральный вход. Но мы поставим сейчас, когда все приезжают на машину, мы всегда очень с другой стороны. Так, это вот сад зимний. У него зимний такая карта. Вот здесь мы будем сегодня разыгрывать подарки. Ой, перенесите до мороза. Ну все, сейчас только я приезжаю. Вот так вот у нас. Вот здесь вот мы будем играть. А кушать затем красивым столом. Еще один маленький уголочек. Вот так у нас украшен этот уголочек. Я сейчас попрошу хозяйку, чтобы она мне разрешила зайти в комнату. Очень необычно. Здесь все проводки, потом она тоже в 5 часов все загорается.
вернуться. Вот, а там у нас преграда. Там просто спальня на этом, на втором этаже. И там поставили преграду, потому что у нас сейчас есть собачка, которая... А вот я этот стол хочу отсюда еще взять. Отсюда стол, может, немножко шикарный цвет. Вот Ритулечка, конечно, она обладает небывалым вкусом. И она всегда очень хорошо, красиво наряжает свой дом. И вот этот цвет, это просто какая-то сказка сегодня. Подождите, мы снимаем кино. Люк, посмотри на меня. Подарки. Ему одежду выписали из Англии. Из Германии. Из Мюнхена, да. Из Мюнхена. У нас штаны такие. Мы такие мальчики. Идем. Но у нас вот еда, наверное, уже вся перенесена. Вот это десертный стол у нас. Вот кто-то сделал тортик елочки. Мы сегодня празднуем Рождество. Вот здесь всякие тортики, которые поленились. А вот это, которые не поленились. Это Галочка сделала фарш. Совсем по-другому, очень простому рецепту я вас научу. Ну, здесь, как всегда, у американцев положено быть любимым. Здесь у нас напитки. Пошли, кто какие хочет. Это мой муж не пьет алкогольных напитков. Ему вот сделали шампанское детское. Так, кофе варится, чай варится, кружечки приготовлены. А это девочки наши уже наготовили всяких вкусных блюд. Вот, у нас я сейчас все сниму, а потом отойду. Покажу большую нашу комнату. Это просто лондри. Это, вот это, кстати, грибочки Галочка замариновала. Маринованные опята у нас. Это наша осетрина сокольная. Этот сделала этот американский салат с, как его называется, с копченым укроком. Тоже Галочка наделала. У нас такая хозяйка. А здесь вот у нас всякие штучки-брючки. Очень вкусные. А это пошло горячее. Вот это плов внизу стоит. Здесь картошечка-толкучка. У нас великолепные курочки. А здесь я буду открывать, потому что это русские пальцы. Это у нас блинчики с сушеным мясом. А это вот мясо такое вот закрученное в какие-то колясочки. А сейчас я пойду отойду. И все вот такое. Зато вам покажу. А что меня без меня? Хозяйку выпустил. Ну, вот так вот у нас здесь. Извините. Проскакиваете великолепно. Вот там вот все. Это по идее лондри. Не по идее, а это лондри. Это не по идее, это лондри. Потому что у нас вот здесь стоят две стиральные машины. Ну и соответственно все шкафчики, в которых вы тут кладете все, что вы решили здесь оставить. Но мы его используем регулярно, когда у нас гости. Мы его используем для сервировки. То есть в Америке принято. Пришли, забрали то, что хотите, еду. Отсюда идете к столу. Стол я уже показала, и да, вот почти вся здесь. Сейчас еще кусочек покажу, в другом месте есть еда. Вот эти фрукты приготовлены. Ну, а все остальное, как только вот я... Ну, они будут шоколадные. Здесь вот, здесь растопленный шоколад. Под ним, у меня тоже такая штучка есть. Под ним он горит. Маленькая свечка, она дает ему не закипеть. И мы вот будем брать эти кусочки вкусных фруктов. И вот шоколадик, хочется себя поболтать. Так, тут же у нас просто фрукты, которые... Со свечечками красивенько, очень красивенько. Пойдем напитки смотреть. Ну вот зажгли свечечки, и уже стало по-другому. Я хочу все-таки вдоль стола пройти этого, который меня восхитил больше, чем всегда. Потому что он все равно украшен вот дополнительно. Вот это все девчонки сами сделали. Вот такая невероятная красота вдоль стола. Перчиком оставила соль в лишке. Вот такие вот они. Ножи летают. Смотри, как хорошо зажгли свечки, уже стало совсем празднично. Так, а мы пойдем сейчас. Мы сейчас пойдем смотреть на пенсию. А это уже собрались. Очень забываю. Я просто
Well, he's there.